Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Антон Чейз, и я продолжаю играть в Outlast. Обычно все свои проекты я забрасываю после 2-3 выпусков, но кроме карьеры за КПР. Но Outlast — это уже пятая серия сегодня, потому что мне эта игра реально понравилась. Она реально меня пугает, она реально интересная, поэтому я жму продолжить, и мы сейчас после загрузки начнем пугаться, бояться, бегать от всего, как трусливая сучка. Так. Загрузка, товарищи. И вот, да, тут я уже был, по-моему, да. Тот самый какой-то, то ли это тюремный корпус, то ли какой-то отдел непонятный. Так, вот, да, те братья Кличко, как на подбор, красавцы. Вот они. Чё-то их немного трясет, как будто у них отходняк от спайса или от чего. Зубы гнилые, мерзкие. Ой, боже мой, нет. Это страшный кадр. Надеюсь, в конце игры они меня этим не будут наказывать за то, что я так плохо от них о них отзываюсь. Так, привет, брат, как дела? Призрака? Я кое-что похуже увидел только что, чувак. Похуже призрак. Страшнее, чем это. Так. Я не понял, слышь, ты быдло. Тебе дороги, что ли, мало? Что, ушатать тебя, что ли, или уработать тебя по-быстрому сейчас? Я не понял. Ну-ка, иди сюда. Почему наш герой такая трусливая сука? Почему он не может дать ему подсрачник, я не знаю, или там... табуреткой по голове ему врезать. Блять, нашего героя все унижают, просто все. Так. Я помню, что в одной из этих комнат есть щель, мы должны через нее выбраться, так, повыше. Брат, я тебя выпущу, и мы вместе отмудохаем этого педика, так. Я тебе помогу. Но нет, чувак, сиди дальше. Тухни. Так, где же это было? Наверное, здесь, да, здесь. Открываем. Вот эта камера. Заветно, тут ничего интересного нет. И мы лезем в щель, пролазим в него. Я люблю всякие щели, особенно влажные. Так, вверх, вверх, выше, выше и выше. Шоп. Нет, ну вы это видите? Он его в шелковистку порит, господи боже мой. Да, в этой игре можно увидеть все. Секс, разврат. Еще сюда наркотики и рок-н-ролл было вообще отлично прям. Так, идем дальше. Знаете, что тоже кому-нибудь попихаю в рот. На, брат, на. Так, ты куда бежишь-то? Стой, стой! Видимо, он боится, что я его изнасилую или не знаю. Ну, хотя после увиденного мной вот тут и чуть пониже я могу сделать все, что угодно в этой игре, потому что она какая-то извращенная становится. Почему я не... А, да, это всего лишь табуретка нам помешала продвигаться так. Куда нам шагать? Везде закрыто. Так. Ага. Ага, идем. Аккуратно, я как скалолаз просто. Я ползу, как... Есть фильм со Сталлоне, скалолаз. Я прям чувствую себя... Так, они в моей крови рвутся наружу, я чувствую. О чем ты, парень? Ну, пока что... Так. Пока я кончу. Да что ж такое-то? Что все кончают, все трахаются. Один я, как и ссаный, всех боюсь. Так, Бог всегда видит путь, по-моему, следуй крови. Следуй за кровью. Слава богу, что я учил в школе английский хорошо. У меня была пятерка или четверка, я даже не помню. Так, нам надо идти по кровавым следам. Ну, кровь мне не особо-то радует, если честно. Так, тогда... Ну, конечно же, конечно. А, нет, пустили, смотрите. Когда сейчас нас каким-то газом усыпляющим нас сейчас вырубят и нас будут трахать, насиловать в рот, в подмышке. Я в одной порнухе видел, как в подмышке какую-то китаянку перли. Да. Вообще, один раз смотрел порно, там бабу весь минут 20 долбили в рот, вот. И она 7 минут 20 ржала, не знаю, чего тут радоваться, тебе член в рот пихают, а ты смеешься. Ну, ты больная, что ли, не знаю. И как? Вот я вижу, вот кровавый след-то. Ну почему? Ну открывайся. Ну как так-то? След кровавый вон туда нас ведет. Ну ладно, видимо, надо идти повыше. Все выше и выше и выше. Так. Вниз по стоку, за кровью нет пути, кроме как вниз, вниз. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Короче, очередной русский рэпер. Разнообразный и потрясающий. Так. Только не думай на меня кидаться, я не знаю, там, или бить меня. Я тебе на камеру сниму, потом покажу мамке какой-то. Как классный. Так, это что такое? Документы.
Надо бы их почитать, мне кажется. Так. Отец Мартин, художник, рисующий, что-то там. Так, доктор Цайхнер, какой-то еврей очередной, дай мне контактную информацию. Мартин Арчмор какой-то. Сил, короче, очередная шляпа. Так, парень, что с тобой? Ты вообще в порядке? Что такое-то? По-моему, на тебе видны следы трепанации. Ну ладно, это твое дело личное. Так, а тут у нас есть что-нибудь? Тут у нас забаррикадированная дверь. Так, ладно, прыгаем вниз. Алле, оп! Я исполнил трюк. Ага, приоткрыта дверь. Что же там? Я как любопытный. Так. Аккуратненько. Аккуратненько. Тут вроде бы ничего такого страшного. Вот, комп включенный, может быть. Нет, ничего нельзя с ним делать, жаль. Я в свои собственные тени только что напугался. Вот почему я не такой большой? Сейчас шел бы по этой лечебнице, просто всем бы пенчары отвешивал. Только так, а так я как трусливый лохоцент. Хожу и огребаю только от всех. Темная магия, ясно. Знаете, вот меня пугает, что в этом комнате есть шкафчики, в которых можно прятаться. То есть мне кажется, что скорее всего сейчас за мной какой-нибудь мудак побежит и будет меня шпилить. Больше всего я в жизни боюсь, чтобы меня шпилили. Это самое страшное, что может быть в жизни, но тут ничего нет. Да, да, надо закрыть за собой дверь все-таки, да. Может быть, этот черт и будет нашим преследователем. Так, ну закрывай дверь там. Молодец. Ты просто лучший герой. Ну и так, как сюда попасть-то? Как? Видимо, надо сюда. Вот мы уже тут. Какие-то недобрые крики начались. Что там, кого-то бьют, что ли? Да нет, вроде бы. Но откуда эти звуки? А вот кровь. Ой-ой-ой. Так, он с дубиной. Мне не нравится, что он с дубиной, если честно. Это как-то. Это не к добру. Ну, может быть, он добрый. Хотя, блядь, добрый чувак, вокруг кровь и дубина, это немного несовмещающиеся вещи. Я спрячусь, пожалуй. Посмотрю за ним, что он будет делать. Так. Ничего не видно, вообще ничего. Ладно, я не трус. Ну что, малый? Так, он меня видит, но не реагирует. Странно, может, это особое зеркало, которое прозрачное с одной стороны? Может быть. Так, сейчас его на камеру сниму. Hello. Hello, my friendo. Все, я тихо, да. Договорились, я веду себя тихо, но ты меня не трогай. Все, я... Сейчас надену на ноги бахилы, чтобы все было хорошо. Все, чувак. Мы с тобой друзья. Я не хочу ничьей крови. Особенно своей. Так. Эй. Открывай. О, так. Ой-ой-ой. Так. Ай-яй-яй-яй. О, я огребаю уже. Я уже огребаю. Так, брат, заступись за меня. Ага! Да ты! За мной бежишь! Так, быстрей! Питер! Уйди! Уйди! Убери руки! Убери руки, падла! Что ж ты делаешь, да? Что ж ты, сука, делаешь? Быстро, сука, ебаный Усейн Болт! Быстрей! Ты опять он! Так, увидел, не видел. Да что ж такое-то? Меня здесь нет, да отстань от меня, мурлок! Галимый пес! Ой, что делать, сука! Сучёныш! Закрой дверь! Прячься, сука, блядь, прячься! Так. Ой. Так, мы в жопе, мы в полном дерьме, короче, ребят. Да, он открывает соседнюю кабинку, сейчас по идее он, по логике игры, он должен успокоиться и сказать, что я всего лишь призрак. Сука, трусливая долбанная сучка. Вот тут я согласен. Где у меня в руках калаш, я не знаю, где у меня в руках дробовик? Сейчас я, вот играю бы сейчас, не знаю, в Call of Duty, я бы тебе показал бы, кто тут батя. Ой, боже мой.
куда я попал, сука? Какие-то мудаки с дубинами. Так, он пытается тихонечко. Да, видимо, нам нужно что-то сделать. На эту кнопку, видимо, надо нажать. Так, хорошо. Блять, мышка, не тупи, пожалуйста. В такие моменты просто провод немного запутался. И сейчас я попытаюсь этого мудака отвлечь, обогнать его. Да-да-да, залезь туда, залезь туда. Давай, дурак, бейся. Силы много, мозгов мало, давай, вперед. Хорош. Так, я надеюсь, что я тут тукнул, туда открыл-то. Давай. Отлично, все хорошо. Слава богу, что он дебил, тот наш. Сейчас я провод поправлю, то совсем. Так, опять нас сейчас каким-то поймут. Спреем нас. Видимо, мы идем сюда, на стелке нас готовят. Так. Сейчас вот эти вот... Так, тут закрыто. Мы дали ему шанс. Опять эти... членистые мудачки с огромными членами. Так, не надо мне трогать. Так, я хороший. Я пополз. А куда я ползу-то, собственно говоря? Видимо, надо сюда, что ли, или куда мне надо ползти-то? Ну, не знаю даже. Ползу и ползу! Какая-то серия какая-то, не знаю, такая скалолазная, прям... И там, прям паркур. Так, ну, поползу, что ли? Нет, дальше нельзя ползти. По следу крови. И мне, походу, сюда. Но тут закрыто. Очень-очень. Что там, эта дверь, что? Я не вижу, что написано-то. А, карта доступа. И где она? Эй, мусор, у тебя есть карта доступа? Мне кажется, у него сейчас даже ничего нет. Ладно. Ничего страшного. Надеюсь, мне сюда. Да, походу. Потому что мы идем уверенно. Да. Страшно. Что ж тут творится-то, господи? Тут бошки отрезают. Так, надо снимать на камеру, видимо. Потому что здесь... А нет, это просто... Или что такое? Ага, вот карта доступа, видимо, вот она. Отлично. Возвращаемся по-быстрому. Такой-то. Видимо, слишком жирный и не могу пробиться. Так, эта карта доступа нужна была, да, это? Так, спасибо. И что у нас тут? Ну, ничего хорошего, если честно, тут нет. Да, в принципе, в этой игре вообще нет ничего такого доброго. Честно, в такую кабинку смогу спрятаться? Нет, видимо, наш герой жирная тварь. Выбирайся, куда выбираться-то? Что, все, что ли, нас прижучили, да? Так, меняем батареечку. О, можно на улицу? На улицу можно! Так. Ну там высоты даже нет, да, я прыгну. Я храбрый, я прыгну. Да, я думаю, что вы придурки тупицы. Так, вскроем пузо. Хорошо. Можно я прыгну вниз? И убегу сюда, далеко-далеко, к маме. Ну, видимо, нам надо сюда. Чё-то не хочу туда собираться, там, мне кажется, эти два мудака на меня ждут. Но ничего нет. В принципе, да. Чё я полз? Куда я полз? Что-то я так понимаю. А не отсюда ли я пришел? Даже что-то не понял. Блок Д. Аккуратненько открываем дверку. Открыл дверку аккуратненько. Так. Что-то я совсем потерялся.
Что не втыкаю, где я вообще? А, какая-то пытательная. Документы очередные. Сейчас мы их зачекаем. Смерть. Чья-то смерть. Колорадо, холос, 55 лет, ну... Ага. Мне кажется, скоро будет обо мне такая записка, скоро смерть меня. Потому что в этой игре... Так, страшные звуки. Непонятный парень. Закрываем дверку, и тут... Нет, тут ничего нет в этой комнате, походу, кроме этой записки, ничего нас и не ждало хорошего. Сейчас посмотрим прибор ночного зрения, нет ничего. И это даже никакой не лаз, это всего лишь... Всего лишь радиатор. То есть нам, походу, сюда. Или куда? Что-то клей. Тут потеряться легче простого. В этих казематах. Ну почему не стал прыгать вниз? Слишком, видимо, наш герой сумасшедший. Ну где вообще тут что-нибудь тут вообще? Где очередной ужас этой игры? Так, еще одна. Ну наш муж, он прям. Ой. Ого-го. Ого-гошеньки, ого-го. Так. Ага, а да он, смотри, парень. Так, а куда мне? Так, тут закрыто. Что? Что? Как? Куда? Зачем? Ой! Беги, дурак, блядь, беги, сука! Да лезьте в эту дыру! Да пизда, блядь. Да... Хорошо, однако, хорошо. Нас завалили, к сожалению. Так, так, еще попытка, еще одна попытка. Да что мне делать? Так, ага, вот, господи, уже слепой. Конечно же, этот жирный обрыган сюда не залезет. Соси за лупу, черт! Ну-ка, давай-ка, я над тобой поржу. Иди сюда, камон, камон, бич, жирная бич, камон. Давай, напряги свою жопу, где ты есть? Сосок ослиный, давай. Урюк, ну, что, что? Сейчас на голову пасу. Я здесь, ублюдок. Тупой черт. Вот так вот мы какого-то жирного обрыгана уделали просто. Так, это что? Что это такое? Так, тут здесь никого нет? Ага, ясненько. Ясненько. У-ху-ху-ху-ху! Ой! Так, что такое? Видимо, я немного подгорел. Это нехорошо, что я подгорел. Сейчас меня будет пахнуть шашлычком, так. Ого, какое приятное место. Кишочки? Камера на чем-то пузе. Так, и... Да уж. Не самое приятное местечко, если честно, но... Но... Ладно, думаю, на этом серию закончим, но уж так, мне кажется, довольно-таки длинная получилась. Вот такая приятная гора кишков. Что ж, всем удачи, всем пока. С вами был я, Антон Чейз. Ставьте лайки под видео, вступайте в группу в описании. Подписывайтесь на канал на YouTube и не болейте, пока.